дать вам еще немного времени. Кто-то думал, будет Эминем, но неизвестный Эминем. Здесь другой белый парень, и я сегодня даже не буду играть на гитаре. Привет всем, кто в баре сейчас там меня слышит. Я надеюсь, вы захотите подойти поближе. Я вам пел эту песню в записи, а сейчас живьем. Еще, может, кстати, хором споем. Там, правда, много слов, и они идут слишком быстро. Но я надеюсь, вы поддержите двух артистов. Итак, аплодисменты Казатаеву Мише. На разных аплодисментов ему еще пока я не слышал. Вот так слегка получше. Сейчас барабаны эти вас возьмут на душу. И мы не кое-что прилепим типа сверху. Это будет какой-то рейфер, который с успехом будет что-то бубнить. Не теряйте нить. Сейчас мы только начинаем, мать вашу, летить. Итак, следующая песня, она очень романтическая. Несмотря, что она наполнена драмбейс электрическим, она и пошпигована буквально по самую макушку. Сейчас у многих посрывает катушки. А может быть и нет, и это просто самореклама. Короче, хватит бубнить, настало время песни Ивана. А не какого-то нас прислепленного бубнежа. Ну чё, Миш, ты там плейбэк уже нажал? Это романтический драм-н-бейс для всех влюбленных. Это весной он звучит для каждого, кто чувствует эти вибрации даже сквозь серые тучи. Я верю, мы сможем ее спасти. Давай доспеваться. Ушли до кнопки на всех щитка. И вряд ли вернется в путь. Я вижу, мы можем ее спасти. Не надо бояться. Мы как раз вовремя все будет скоро. Состояние крайне тяжелое, синие губы, бледная кожа. И если прямо сейчас не помочь, не будет уже никакого похожа. Но случай не безнадежный, а знаю, мы сможем. Она у нас так сейчас подскочит, что чувственное дыхание, адреналиновую инъекцию. Существую, пока все старания, мы уже не подчинится сердцем. Сейчас мы погрузили кофт, 6 вечера в полке на волках. Идут на маленьком классе, как мне помню, мы не помню, что я сейчас. Все будет в порядке, люди для кого-то, мы дурачки. Что игнорируем факты, как светлые закатившиеся зрачки. Но я скажу тебе, что по-настоящему глупо сесть ее трупом и сдаться. Пусть я так и не начну вам. Я верю, мы сможем ее спасти. Давай доспеваться. Были на пробке, но все ошибка. И вряд ли вернется путь. Я вижу, мы сможем ее спасти. Не надо бояться. Мы как готовы, на все будет здорово. С тобой сегодня у нас доброе утро. Порезан на крупных сосудах, уходят таблетки в шутке. На все испытые от веревки, вроде путем жидкости. Мы на ней испались, так плохо и жутко. Она была плохо и жутко, и терпение на их губе. Сда ступени половины листа. Но после этого не хватило ее, кто-то однажды устал. И если она сегодня умрет, только мы виноваты. Никто мы и слабые люди не помогут на девчонке эти колонки. Хватит, но мой таран, хватит, он не верит, как таран. Пусть вылетят пробки на всех шерках. И уверенно вернется путь. Я вижу, мы можем ее спасти. Не надо бояться. Мы как готовы, нам все будет скоро поряд. Я верю, мы можем ее спасти. Давайте сниматься. Пусть вылетят пробки на всех шерках. Зачет или не зачет? Нормально было? Качает звучок?
Я вижу, кто-то ковыряется там бальбоне, как задрот. Но со временем к следующему треку это пройдет. Так вот, еще много нот. И риф он офигенный, он там такой задает, что со временем головы качаются сами собой. Даже если в айфонах все заливают любой. Не понимают, от чего башка постоянно движется вот так. И я надеюсь, что сейчас вас всех слегка расшиплит мой гребаный рыбак. Итак, эта песня называется «Жечь электричество». Да, она тоже про то, как эта сила не епическая, эпически заставляющая всех качаться. Хорошо, что есть электричество, сестрица и бацы. Без него не могло бы быть интересного мероприятия, и мы не смогли бы залипать на приятели. Как у вас дела вообще? Вы в откуда положили вещей? Качаться готовы, сука? Сейчас тут будет супер-мега-рейв наверняка. Мы воскресим, сука, кубака. Но с нами будет плясать и пока. Вы к этому готовы или нет пока? Вы лучшая публика.